Здравствуйте! Хочу поделиться нашими успехами. После двух сеансов, проведенных с Давидом, наш ребенок Андрюша научился говорить слово «нет», отвечает на вопрос конкретно «нет». Да, еще не научился говорить, но «нет» уже говорит. Это достижение, ну, то есть он слышит вопросительную интонацию. В принципе, я так подозреваю, что он понимать очень много начал из того, что он вообще не понимал абсолютно речи. Он сейчас все-таки понимает, потому как это слово «нет» совпадает действительно с его настроением эмоциональным. То есть если он не хочет идти на занятия, он говорит: «Идем на занятия, Андрюша». «Нет». И действительно это «нет» совпадает с его настроением. То есть он действительно приходит на занятия, ну и так сказать делает, конечно, но очень так через «не хочу». Что еще у нас интересного? Такие есть неуловимые моменты, которые я даже вот не могу вот передать. Он начал с нами общаться, он постоянно хочет какого-то внимания, что-то нам носит, что-то надо обязательно смотреть, что-то надо обязательно с ним колупаться, делать, озвучивать при этом, что-то там он все постоянно дергает, постоянно он начал, то есть он выходит на уровень общения, чего он никогда не делал практически. Конечно, он иногда хотел, чтобы с ним поигрались, но как бы если ты особенного желания не изъявил в этот момент, или ты занят, или там еще у тебя какие-то дела, то он особенно не настаивал. То сейчас он просто за каждым ходит, я ему говорю: ну, Андрюша, я занята, пойди к бабушке, попроси там, чтобы она тебе там что-то там помогла, сделала. Он смотрит и раз, и разворачивается, и идет к бабушке. То есть он как бы понимает, что он все равно хочет с кем-то что-то поделать, а не просто уйти и там заниматься уже самому себе, а действительно, что ему нужен кто-то все равно в любом случае. Если не мама, то бабушка, не бабушка, так папа. В этом, конечно, у нас очень большой прогресс. Ну, заодно могу отметить ситуацию. Мы ехали в автобусе недавно, ехать нам занятие приблизительно минут 20-25, это от логопеда мы едем. На автобусе хочется отметить, что Андрюша очень любит транспорт, с ним никаких не составляет проблем ездить. Он всегда, это для него очень такое событие, он едет в автобусе или в троллейбусе, или в трамвае, он обязательно рассматривает, ну как он едет, он рассматривает все, что происходит за окном. Он любит сидеть возле дверей, смотреть, как какие там механизмы видно, как они там закрываются, открываются. Вот это он наблюдает. И вот из последних разов, что мы ездили, сидим, и он себя начал так вести, вот как обычный ребенок, который устал вообще ехать в транспорте, который хочет уже слезть. Он начал мне крутиться на коленях, начал рассматривать людей, чего он вообще никогда не делал. Начал рассматривать. Одна женщина, которая стояла возле нас, начала ему улыбаться так сверху вниз. Он вдруг ей поулыбался, посмотрел в окно, запомнил же, что она там стоит и улыбается. Ему опять к ней повернулся. Она снова ему улыбается. Он начал ее дергать за курточку. Я была в шоке вообще. Это вообще был какой-то не мой ребенок. Потому что с нашим Андрюшей можно было кататься хоть по три часа. Он очень глобально изучал окно, что в окне, что там в дверях в этих. То есть проблем никогда не имел. А тут он вдруг, вот как с маленькими детьми едешь, и действительно есть проблема с ними ездить долго в транспорте, потому как дети не высиживают, крутятся. Вот точно так же он себя начал вести. Но я, например, от этого просто счастлива, что он начал что-то хотя бы вокруг замечать, каких-то людей, начал реагировать, эмоционально начал реагировать, улыбкой начал отвечать на улыбку. Но это вообще, это просто не передать словами, насколько я вот несколько раз пыталась перед этим записать видео, доходила до этого момента и начинала плакать. Выключала, ждала, на следующий день начинала записывать. Ну, то есть это вообще, это просто мы очень, очень счастливы и довольны. Спасибо за работу Давида, потому как мы, конечно,
Мы, конечно, очень-очень надеемся на дальнейшую работу.